Сегодня 21 июня. Вышла на улицу и увидела, что у меня распустились розовые клематисы. Сиреневые уже осыпаются, хотя еще бутончики есть, но все равно осыпаются. А розовые, ну в прошлом году они были большие, а в этом году они почему-то прям маленькие. Странно как-то, но красивые. Я люблю любые, я рада и этим, но они все равно какие-то они были другие. Я не пойму, почему здесь нет розовых, здесь только сиреневые, фиолетовые какие-то они. Красивенькие, нежненькие, но они прям маленькие, я не пойму, почему такие стали.